На театральной площади более сотни анапчан различного возраста. Все они пришли на общегородскую акцию «День здоровья». Молодым активистам погода нипочем. И под дождем готовы делать зарядку. От имени главы нашего города Сергеева Сергея Павловича поздравляю вас с праздником, со Всемирным днем здоровья. И поэтому актуально будет вам пожелать. Будьте здоровыми, всегда молодыми, энергичными, счастливыми и самыми активными анапчанами на этой земле. 2015 объявлен в России годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На территории Анапы проводится активная системная работа. Медицинские работники рассказывают жителям о факторах риска возникновения болезней системы кровообращения, их профилактики. Все это в комплексе, оно положительно влияет на состояние здоровья человека, способствует продолжению жизни. Это самое ценное, что есть у каждого из нас. Для молодежи организовали интерактивные площадки. Ребята прыгали через скакалку, тянули канат, участвовали в спортивных эстафетах. Врачи проконсультировали анапчан по занятиям физкультуры, здоровому питанию, режиму дня и отказу от вредных привычек. Желающий бросить курить смог не только задать вопросы специалистам, но и измерить объем своих легких. Как правило, за своим здоровьем мы следим тогда уже, когда что-то случается. А если такие мероприятия будут проходить, ну, может быть, кому-то это поможет на ранней стадии выявить какую-то проблему. Я только первый раз здесь, а мы с подругами вошли, думаю, я говорю, давай встанем. Встали зарядку делать, было очень интересно. В данный момент я хочу проверить сердце, как я молодая, мне 27 лет, и вот хотелось бы проверить. Я совсем недавно узнала, что здесь проходит такое мероприятие, это было очень интересно, поскольку спорт – это жизнь, поскольку спорт – это сила. Настроение праздника здоровья создавали известные молодежные творческие коллективы и солисты, которые выступили на площади с концертной программой.